Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюры и Диорамы. И в преддверии выхода второй части Last of Us я решил сделать небольшую диораму в масштабе 1 к 8 по первой части. Ну, у нас будет даже, можно сказать, не диорамка, а просто две фигуры на основании, так как я являюсь фанатом серии и являюсь обладателями принтеров, таким как FDM, на котором было напечатано тело, и фотополимерные. Начнем делать наше основание с земли, естественно, и посмотрим, что у нас сейчас получится. Для изготовления земли буду использовать уже полюбившийся мне способ с помощью кофе обычного молотого. Для глянца и связи добавлю такую вот воду от ног и листва с улицы в перемешку с флоком для придания более живого вида покрытия. Для лучшей адгезии добавил клей для флока ног. Ну, можете использовать тот же ПВА, неважно. После того, как наше покрытие высохло, я прокрасил еще дополнительно эмалью, которой обычно пользуюсь для земли, это 40-42. И сейчас мы будем делать наше небольшое снежное покрытие с помощью снега от ног и белого клея, который специально для снега разработан. Возможно, разбавим еще водой или вот этой акриловой составляющей. Подобным образом выглядит наш первый слой снега. Возможно, потом мы еще с этим поработаем, где-то присыпем, где-то добавим, но пока нужно ждать высыхания этого слоя. Подобным образом он у нас сейчас представлен на нашей работе. Следы сделал с помощью полиэтиленового пакета, просто вдавил фигурки и все, наметил места, так бы сказать, чтобы не было потом в будущем с этим проблем. После высыхания нашего снега я решил добавить еще немного песка в этот снег. Местами он, конечно, просвечивает в темный, но это даже хорошо, здесь будут лужи. И грязь не надо будет добавлять, я хотел немного изменить оттенок все равно. Я буду использовать вот такие вот гранулы от AK Interactive. Они довольно-таки приятно выглядят подобным образом. Как раз вполне подходит под данный масштаб. Смешаю я это с акриловой водой для луж от ног. И будем наносить, посмотрим, что у нас получится. Внешне это будет выглядеть подобным образом на данный момент. Мне, например, эффект нравится. Очень сильно напоминает натуральный снег. Посмотрим, как будет это выглядеть после высыхания. Пока высыхает наш снег, мы займемся изготовлением нашего амбара, здания, неважно, которое будет обшито металлическими листами. Для этого я использовал текстурированные листы от компании Morrison, ссылочка будет в описании, можете зайти посмотреть, там помимо металлических листов есть черепицы, кирпичи и прочее, то есть ассортимент огромен, как террейна, так и именно вот таких вот очень удобных вещей. Изготовил с пенополистирола
заготовку. И сейчас мы просто приклеим наши листы и начнем их уже тонировать, где-то ржавить, выкрасим в какой-нибудь интересный цвет. Начнем. После добавления металлического листа сделаем более реалистичное крепление и добавим гвоздиков. Подобного вида стена у нас получается по итогу. Сейчас мы ее загрунтуем и начнем уже работать с цветом и эффектами. После того, как мы загрунтовали нашу стену, сейчас мы выкрасим ржавую базу, потому что будем делать чиппинг. Причем чиппинг сильный довольно-таки. И посмотрим, что у нас получится. Попробую сделать ржавчину из двух оттенков. Это красная кожа Валеха и немецкий оранжевый. Сейчас смешаю, пятнами нанесу и потом будем выкрашивать какую-нибудь базу. Не знаю, наверное, что-то серое. Посмотрим. Для базового цвета я выбрал Валеха серо-голубой, ну, светлый серо-голубой. Хочу, чтобы все было более-менее в светлых оттенках. После нанесения просушки базового слоя начинаем работать чиппингом. Пока не знаю, какой хочу обдир. Возможно, он прям экстремально сильный, а возможно, просто местами. Посмотрим. После чиппинга мы начинаем дорабатывать нашу ржавчину. Это можно делать разными способами. Я буду, скорее всего, использовать такие вот акварельные карандаши. И если мне будет этого недостаточно, то буду использовать уже масло. И дорабатывать все маслом. Принцип работы карандашей очень прост. Начнем со стыков. То есть наносим в стыки разноцветные полосы, можно сразу водой немного разбавить.
После того, как мы полностью закончили роспись Элли, нам остается добавить ей стрелы и тетиву на лук. Стрелы я буду делать из бамбуковых стеков. Один я уже обточил, подготовил. А наконечник вырезал из листового пластика. Нужно будет это все состыковать, склеить. Я не знаю, как вязалась тетива вообще на луке, да, но сделаю обычным бензелем, то есть не буду ничего изобретать. Если Элли мы с вами расписали маслом полностью практически, но процесс я не показывал, не вижу в этом смысла, то с Джоэлом мы поработаем акрилом и сейчас базу нанесем с помощью аэрографа, потом кистями будем это все дорабатывать. Для начала выкрасим наши грани в черный цвет, чтобы все выглядело более-менее органично. После краев пройдем немного по кромке снега и основанию. Пока высыхает наши края подставки, мы с вами сделаем табличку. Я ее напечатал так же, как и тела фигур на FDM принтере, пластиком от Best Filament. Поэтому сейчас мы с ней поработаем. Попытаемся имитировать подобие льда. Для этого возьмем для базы синий и с аэрографа задуем все это. Такая у нас получилась в итоге табличка. Сейчас мы ее будем подправлять. После того, как я нарисовал лед, я покрыл все это лаком, ну не все, а именно саму поверхность, присыпал снегом АТК Интерактив и получилась вот такая вот интересная табличка. Мне нравится, по большому счету больше мне ничего от этого и не требовалось. Соберем все вместе и посмотрим, что у нас в итоге получилось. Ну что же, установим все на свои места и будем переходить к финальному фотосету.